80 лет. Я здесь родилась. И все на моих глазах. Я была связист, обслуживала медвежки. Вот говорят, медвежки процветают. Чем они процветают? Я там 20 лет работала, АТС обслуживала. Ничего там не процветает. Идите, съездите, посмотрите. А Болдина обслуживала. Только земли наши продают все. Значит, от Болдина до этого на кадастровом... Подождите. Уже стоят участки на кадастровом плане. Вот это поле уже под кадастровым планом. То есть их готовят, чтобы продать. Чтобы застроить все. Ведь не пройти, не проехать уже стало здесь, в поселке. В лес вы пройдете? В лес? В Оболдинске погулять? Нет. Все застроено. И сейчас застраивают вот это поле сжигало между рядом с Серковым. А вы говорите, да. Теперь я Валентину Сергеевичу в марте месяце мы от жителей ВШК писали насчет сноса палатки, которая в августе месяце авария была, прям влетела туда, такси разбила. И 3 дня назад перед палаткой была опять авария. Я писала заявление, ходила, Валентин Сергеевич скажет, я к нему не один раз ходила. То есть это говорит о том, что им плевать на нас, плевать. Понимаете? Я живу здесь, я же не только сейчас родилась. Ничего не делают. А вы на площади посмотрите, что творится. Грязь какая. Выходишь с электрички, это что-то. Я хотела позвонить, сказать, что вы убрали. Позвонила на АТС девочкам своим, я же там работала. Они говорят, слушай, отключили все телефоны. У вас в администрации не позвонить, ничего не пожаловаться. Денег у них нет на телефон. Вы представляете, что творится? Почему палатку до сих пор уже чуть не год пройдет? Она мешает и аварии, люди не видят, писала заявление. А почему возмущаются люди? Почему возмущаются? Потому что администрация ничего не делает. Поселение ничего не делает. Я вам говорю, я здесь, я вот. А будущая администрация поселения будет что-то делать, по-вашему? Вот мы видим всю историю ваших глав и сет-депутатов. Видите? А вы их ставили? Видите? А вы их ставили? Вы их выбирали. Вы их выбирали. Начиная с Озерова и заканчивая всеми. Поэтому выбирайте. У вас, уважаемый Ростислав Львович на крайних выборах победил на округе. Да? 70 человек проголосовало. 75? 75 человек проголосовало за него. А вы, уважаемые жители, и я хотел бы это сказать, о том, что я говорил об Болдине, буду везде говорить, да? Этот год президентских выборов был и губернаторских. Вы, жители поселения Загорянский, проголосовали лучше всех за президента Российской Федерации, поддержав его курс. Вы лучше всех. Это жители проголосовали. Вы лучше всех проголосовали.